Добрый день, дорогие друзья! Решил сделать короткое видео, в котором расскажу про самые частые ошибки, возникающие при заказе с AliExpress в Крым по нашей последней инструкции. Давайте сперва перейдем к заказам в аккаунтах, которые были показаны в нашей полной инструкции для заказа с AliExpress в Крым. Данный аккаунт был показан в первых минутах ролика, и как мы видим, статусы заказов так и не изменились. 4 заказа продавцы так и не отправили, а остальные из них также стоят отправлены. Ну а следующий аккаунт более интересный. Именно данный аккаунт создавался в нашей инструкции, и также мы делали данный заказ в ролике с применением купона новичка. После публикации инструкции для заказа решил ежедневно делать по одному заказу данным способом. И как можно увидеть, отправляются на следующий день. Вчера был заказан данный корпус для автомобиля, который сегодня уже был отправлен. И также сегодня была заказана данная защелка для крышки, которую отправят уже завтра. Кто еще не знает про существование отдельного плейлиста на канале специально для Крыма, напоминаю, что полная и актуальная инструкция для заказа с AliExpress в Крым на 18 августа 2020 года находится в данном плейлисте для Крыма. А также, если изменится заполнение адреса доставки, то в данном, именно в данном плейлисте для Крыма появится второе дополнительное видео с номером и названием дополнения. Обязательно сохраняйте данный плейлист, ссылку на него также оставлю в описании под данным роликом. Друзья, советую еще раз посмотреть данную инструкцию, и обязательно кто-то что-то услышит новое. Друзья, мне бы хотелось уточнить некоторые моменты, которые относятся именно к данной нашей полной инструкции. Первое, надо обязательно создать новый аккаунт AliExpress. Второе, надо обязательно создать новую почту. И третье, рекомендуется заказывать через браузер Opera. Но про это все подробно рассказано в данном ролике, а также визуально показан процесс создания почты и аккаунта AliExpress. Также, если заказывать через приложение AliExpress, надо обязательно очистить кэш телефона и плюс кэш самого приложения AliExpress. А также перед заказом обязательно нужно отключить геолокацию в настройках телефона. Без отключения геолокации заказать будет невозможно. Для отключения геолокации в телефонах для iOS надо перейти в настройки. Далее переходим в раздел «Конфиденциальность», далее «Служба геолокации» и отключаем их. А также можно отключить отдельно только для приложения AliExpress. Также по данной инструкции заказывают в разделе Tmall AliExpress. Но данная инструкция рассчитана только для сайта AliExpress и в разделе Tmall не проверяется. Друзья, у меня есть Instagram аккаунт, на который можно подписываться и в котором по возможности отвечаю на все личные сообщения. Ссылку на Instagram оставил в описании. И по результатам присланных скриншотов, заполненных адресов доставки от тех пользователей, у которых оплата по инструкции не проходит или закрываются, сделал небольшой вывод и на данный момент заполнил свой адрес доставки со всеми самыми распространенными ошибками, которые мне встречались в личных сообщениях. Друзья, еще раз напоминаю, что на данный момент адрес доставки заполнен со всеми самыми распространенными ошибками заполнения, и сейчас мы будем убирать все лишнее. В первую очередь сразу бросается в глаза, что выставлен Краснодарский край, и именно поэтому в разделе «Город» нет возможности ручного ввода своего города. Выставляем в данной графе Over, и теперь появилась возможность ручного ввода в графе «Город». И теперь вырезаем написание нашего города и вставляем в графу «Город». Далее в графе «Улица» многие пишут слово «Крым» таким образом, которым уже около 2 месяцев AliExpress заблокировал. Удаляем слово «Крым». Далее убираем точку, далее запятую и ненужный совершенно пробел. Как мы видим, написано «Луговая» — это название моей улицы, и 66 — это номер моего дома. И также мы видим ненужное тире. Удаляем и оставляем пробел. После номера дома 66 мы видим запятую, которая совершенно не нужна. Далее совершенно ненужные слова, крымский индекс, это и так будет понятно, мы убираем его и также убираем ненужные пробелы. Ну а теперь казалось бы, что в данной графе улицы ничего лишнего не указано, но на самом деле после нашего настоящего крымского индекса остался ненужный пробел, из-за этого заказ может закрыться. Убираем ненужный пробел. И на данный момент все заполнено правильно. Еще раз напоминаю, что полная инструкция в плейлисте для Крыма, но также ссылку на данную полную инструкцию для заказа с AliExpress в Крым оставлю в описании под роликом для удобства. Друзья, заказ может быть закрыт из-за написания нашего города. Лучше всего спросить в комментариях под данным видео рабочее написание своего города. Не стесняйтесь спрашивать, ведь некоторые уже проверили написание именно вашего города и заказывают. Также бывают моменты, что промокод новичка именно к первому заказу в новом аккаунте не применяется. Если данный промокод не применяется к первому заказу, то можно воспользоваться аналогом промокода для Европы и Украины, который дает скидку в $4 при сумме заказа от $5 и будет работать еще до 1 октября 2020 года. Ведь возможно у некоторых IP-компьютеров передает Украину или Европу, и именно данный аналог промокода будет работать. Данные промокоды совершенно безопасны для использования в подобных аккаунтах и были проверены мною на более 40 аккаунтах AliExpress. Ведь используя сторонние и непроверенные промокоды новичков, в новосозданных аккаунтах можно получить перманентный бан аккаунта или всех аккаунтов вместе.
Подробнее про это можно прочитать в комментариях под нашей полной инструкцией, но на данном канале публикуются только проверенные и безопасные промокоды. Ну а далее давайте посмотрим на три самые распространенные ошибки, которые встречаются при заказе с AliExpress в Крым. Первая самая распространенная ошибка – это ошибка 029. На данный момент это в основном означает то, что в адресе доставки AliExpress распознал некие крымские данные, в основном это наше написание города. И теперь наше написание города надо немного больше исказить и попробовать заказать снова. Но исказить написание города надо так, чтобы AliExpress не понял, что это написание нашего крымского города. Далее бывает ошибка 034, это означает, что мы забыли включить VPN протокол или забыли отключить геолокацию в настройках нашего телефона. И третья самая распространенная ошибка, это ошибка 053. Ошибка 053 означает, что мы применили к данному заказу промокод, но воспользовались данными, с которыми уже применяли данный промокод новичка в другом аккаунте, или воспользовались картой, которой ранее оплачивали заказы на AliExpress. Кому интересно посмотреть, по каким данным AliExpress вычисляет неновых пользователей AliExpress, можно поставить на паузу. Друзья, если после оплаты заказа на AliExpress заказ закроется, не стоит переживать, ведь AliExpress официально возвращает деньги в течение 3-20 рабочих дней автоматически на тот счет, с которого мы оплачивали заказ. Но на практике AliExpress переводит деньги в течение 3-8 рабочих дней. Поставьте, пожалуйста, лайк под роликом, подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. Всем спасибо за просмотр, всем пока!